Думтек, тек, думтек. Ну как? Подожди, это что? Челка. Это кто? Как челка? Подожди, я попросил чуть-чуть челку подправить. Где мои волосы? Подожди, это кто? Сергей, ты? Да, да. Ты же не барбер. Ты что здесь делаешь? Подожди, ты же АМК, дилер завода. Да, да, он. Челка тоже хорошо. Гляди, ты меня обязан скидки делать. Гляди, ты какой красавец. Хотя подожди, а я сейчас в этой прическе как? Не менее красивее выгляжу, чем АМК? Конечно. Все. Я изменился, я уже изменен человек. Да, юмор юмором. Друзья, вот представляю вашему вниманию Сергей, официальный представитель по Пензе, области Пензенской АМК завода. Вот перед вами. Что я здесь рассказываю? Твой объект, расскажи, Сергей, что здесь у нас? Да вот глядите, как исполнено. Красиво, с дизайнерским рисунком. Вот. Очень интересно выглядит, да? Это какой цвет у нас, Сергей? Это цвет 002 кирпич. А вот смотрите, без рисунка, как он выглядит в целом, да? Тут у нас затирка или что это? Это клей, белый клей. Обычный белый плиточный клей. То есть рекомендуете этот материал? Да, конечно. Рекомендую применение как снаружи, так и снутри. Здесь используется у нас, Сергей, какие компоненты? Здесь используется, сам материал состоит из мраморной крошки, связующий акрил. То есть вот это вот все, это мраморная крошка. Так что, друзья, Пенза, Пензенская область в лице Сергея, а также Багаудин, Экспертстрой, это у нас Республика Дагестан, Чечня, Калмыкия и Ставрополь. Обращайтесь, АМК, это отличный материал для фасада и интерьера. Спасибо, Сергей, за стрижку. Давай. И за консультацию касаемо АМК. Приезжай на стрижку. Денег нету, долг может быть, нет? Долг можно. Все, спасибо.